Слова, которые хор пропел, пока есть время, делай дело, других трудиться вдохновляй. Недавно я смотрел одно видео, было свидетельство молодого человека о том, как он пришел к Богу. В одной церкви, там, в Союзе, где, откуда мы выехали, было братское общение. Собрались одни братья для общения, для рассуждений. Было человек 200, и на этом общении присутствовали многие из других церквей. И в заключении вот этого общения руководящий или пресвитер, он предложил одному брату, который приехал, по-моему, с Винницы, если я не ошибаюсь, помню, молодой брат, и чтобы он в заключении спел песню, потому что он был музыкант, спел песню, как бы заключая то служение, которое проводили на этом братском общении. Он, молодой человек, вышел с гитарой сразу, и вместо того, чтобы сразу спеть, он начал говорить о своем свидетельстве о том, как он пришел к Богу. Он говорил, что до 23 лет его жизнь была мирская, он не знал Бога, но он был приглашен когда-то в собрание верующих. Сам он был как музыкант, играл на ударных установках, был музыкантом и по другим инструментам, хорошим специалистом, писал свою музыку, но был приглашен в церковь. И когда он ходил, случилось так, что в оркестре отсутствовал барабанщик в той церкви, и ему предложили сыграть. Он играл. Сыграл какое-то время, потому что того человека не было. Но прошло какой-то период времени, и он как бы сам себе внутри понял о том, что ну, не может он так, чтобы играть в мирских клубах и прочее, и в то же время играть и в церкви, славить Бога. И перед ним стала эта дилемма, что делать. И он, естественно, Бог побудил, он пришел к Господу, пришел в церковь. Он играл в этом оркестре. Потом, через какой-то промежуток времени, получилось так, что руководитель этого оркестра, этого музыкального кружка или в этой церкви, тоже уехал в другое место, и ему предложили это положение. Он уже, будучи членом церкви, играл и руководил, писал свою музыку, прославлял Господа, то есть был активным. И он как бы, поощряя братьев, те, которые находились в этом общении, на этом служении, говорил: «Братья, любой труд, который в церкви вы видите, вот пустой, никто еще не делал, не делает это, делайте. Даже, говорит, элементарное, просто колонки, может быть, некому перенести. Хватайтесь и делайте, потому что потом вас будут поднимать. То есть вы будете видны, вы будете делать дело Божье, и будете подниматься, то есть Господь не оставит это без внимания, то есть любое дело, даже шнуры смотать». И как бы он так поощрял и говорил о своем свидетельстве, и говорил о том, что он любит Господа, у него есть уже свой диски записанные, на которых, которые его личные произведения, то есть то, что он делал и славил этим Господа. И я так слушал, думаю, чем же он все-таки закончит? И заканчивая как бы свою речь вот об этом, как Господь его призвал, как он нашел труд в этом, как он ободрял всех, кто присутствовал на этом служении. И в конечном случае он говорит: а сейчас я в заключении спою песню, одну из моих произведений, которая у меня есть на диске. И он так берет за микрофон, и я смотрю, как у него меняется полностью его внешний вид, он сразу побледнел, бледный, и он вместе с этим микрофоном падает. И в доли секунды его жизнь закончилась. То есть дальше часть не показали, но сам момент. Трудись, пока еще есть время. Хор пропел. Мое желание сегодня, почему я этот пример привел, потому что когда я рассуждал, невольно вот вспомнил вот этот момент, когда я слушал и думаю: ему было 23 года, 7 лет он был как верующий, в 29 лет его жизнь закончилась. И закончилось вот так вот. Я сейчас спою вам песню, и он начал падать вместе с микрофоном, и жизнь прекратилась. Мое желание остановить наше внимание, то, что говорит Иаков. 4 глава, послание Иакова, 14 стих. «Вы, которые не знаете, что случится завтра». Ибо что такое жизнь
ваша? Вопрос. Иаков отвечает: пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Сегодня мы слышали утром, Гриша привел, напомнил о том, что там опять за рубежом молодой человек, семья, двое детей, уснул и не проснулся. Что такое жизнь ваша? Знаете, теперь вот, когда заканчиваются вот эти последние страницы, можно сказать, две страницы этого 2018 года, когда этот властелин, как мы его называем в кавычках, время, которое невозможно ни остановить, ни вернуть, ни продвинуть, оно уносит все события прошедшего года, уносит в вечность. Знаете, я думаю, что вот в конце этого года нам всем важно, я думаю, даже необходимо взглянуть на прожитое нами время и вспомнить, что уносит с собою этот прошедший, прожитый нами год. Сегодня мы еще все живы. Сегодня еще Господь оставил нас на этой земле, и мы еще живы. Мы не знаем завтрашнего дня. Что такое жизнь? Апостол Иаков, он задает этот вопрос. Хотя он и сам на него отвечает и говорит, настолько это кратковременная жизнь наша, что она подобна пару. Нам сегодня легко определить, насколько кратковременный пар. Когда мы выйдем на морозную улицу, и мы дышим, мы видим, этот пар поднялся, в долю секунды он исчез. Вот так жизнь наша сравнивается. Слово Божие говорит, что это как пар, являющийся на малое время. Знаете, Слово Божие нам показывает и другие моменты. И она говорит нам о том, что наша жизнь, она похожа на сон. В книге Иова, 20 глава, 8 стих. Книга Иова, 20 глава, 8 стих. Один из друзей Иова, Сафар, после того, когда закончилась речь Иова, и он стал анализировать то, что говорил Иов, оправдываясь, как бы говорил, где Бог, я хочу судиться с ним за то, что несправедливо страдаю. А он говорит, этот друг его, как бы оправдываясь, и говорит ему вот такие слова. 20 глава Иова, 8 стих. Даже можно прочитать выше, с 5 стиха. «Веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенно. Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков, как помет его, навеки пропадет он. Видевшие его скажут, где он? Как сон улетит, и не найдут его. Веселье беззаконных временно, и тем, чем наслаждается беззаконник, оно проходит как пар. Оно оставит все, он оставит все это. Мне очень нравится Псалом 72, Псалом Асафа, который говорит, едва не пошатнулись ноги мои, едва я не поколебался, когда увидел, как блаженствуют, как живут беззаконные, как на труде их не видать, нигде их они не процветают, чтобы чем-то потрудиться, что жизнь их проходит так. И говорит, я едва не пошатнулся, едва не поколебались мои ноги до тех пор, пока не вошел во святилище и не увидел конец их. И 20 стих 72-го псалма звучит так. Как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Как бы ни мечтал человек, как бы ни ставил свои планы, как бы ни блаженствовал в этом мире, Слово Божие говорит, что это как сновидение, оно пройдет. Вспомните, когда мы, бывает, после заботы и суеты какой-то, мы поглощены, может быть, просыпаясь, понимаем, что видели
сон, что-то видели многое, но мы не можем ничего вспомнить, каких-то даже деталей. Псалмопевец говорит, как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Наша жизнь как пар, и наша жизнь как сон, так Слово нам Божие говорит. И если наша жизнь как сон, то чем она наполнена? Вот это короткий промежуток времени, который Бог нам дает, чем он наполнен? Я думаю, что мы можем посмотреть некоторые моменты. Первое – это наша жизнь, вот этот отрезок, который Бог нам дал, он наполнен, ну, можно сказать, грубо даже так сказать, обманом. Мы многое планируем, знаете, многое мечтаем о прекрасном, о том, что мы можем в своей жизни изменить, как сделать, чтобы наша жизнь была хорошей. Но как мало мы получаем в результате, тогда, когда мы проверяем и оглядываемся назад. Да, мы всегда готовы надеяться на лучшее, и мы стремимся к этому, чтобы получить лучшее. Но как тень, знаете, бывает, мы видим ее, но никогда не можем догнать ее. Вот эти желания наши добрые, которые есть у нас, но мы понимаем, что в жизни получается так, что мы как бы обмануты, мы не можем догнать то, что мы хотим, то, что мы строим в своей жизни. Знаете, наша жизнь, она наполнена вот этим обманом. И псалмопевец в 48-м псалме, это псалом сынов Кореевых, смотря вот на жизнь человека, который устраивает свою жизнь, который думает, что завтра у меня будет лучше, что завтра буду я процветать лучше, что у меня будет больше, я буду больше иметь средств, я построю свою жизнь не так, как тот, который рядом со мной живет. Я сделаю то, что не делает другой. И вот он говорит такие слова. В мыслях у них, что домы их вечны. Это 12 стих, 13 и 14, 48 псалом. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в род и род. И земли свои они называют своими именами, но человек в чести не пребудет. Он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их. Хотя последующие за ними одобряют мнение их. То есть в жизни ничего не поменялось. Если сегодня мы смотрим на тех, которые прожили жизнь, может быть, в богатстве и в достатке, и мы думаем, что мы догоним их и будем такими же. Ничего не меняется. Люди называют именами своими и земли, как псалмопевец говорит. А те, которые последуют за ними, они поступают точно так же, как те, которые предыдущие были перед ними. Это одно. Жизнь наша, она полна обмана, потому что мы не можем изменить то, что происходит в жизни нашей. Хотя мы надеемся на лучшее и стремимся к лучшему. С другой стороны, наша жизнь, она полна неожиданностей. Очень часто вместо того прекрасного, которого мы ждем, вместо того, к чему мы стремимся, в среду наших дней, наших страниц, нашей жизни врывается, можно сказать, ураган. Врывается циклон бедствий, которых мы совершенно в своей жизни не ждали и не ожидали. Знаете, приходят болезни. Сегодня мы здоровы, а на утро мы получаем месседж. Срочно нужно помолиться за брата или за сестру, который оказался в госпитале. Мы не знаем. Сегодня у нас все прекрасно, а на утро мы не можем проснуться, потому что жизнь за брата Господом. Разве думали те люди, которые отдыхали там, в южной стороне, несколько лет тому назад, перед Рождеством, что идет такая беда, что циклон, что жизнь их прекратится. И эти тысячи людей не ожидали и не знали. Ожидая радостного дня, солнечный день, прекрасный отпуск, хорошее время, настроение, все было сделано. Может быть, за горами там бизнес, все. Но жизнь закончилась. Где-то, может быть, приходит разорение. Где-то стихийные бедствия.
Разве знали те люди, которые там, вот в Калифорнии, которые уехали, может быть, на день или на два в отпуск куда-то, а вернулись, а там пепелище? Там ничего не осталось. Там все сгорело. Даже если, может быть, многие из вас видели, молодежь, те небольшие ролики, когда показывали, что мать съехала там с дочкой, говорит: мама, мы только что недавно тут ехали, ничего не было, сейчас все полыхает, дорога горит, все горит. То есть наша жизнь, она настолько кратковременна, иной раз, пробудившись, мы говорим: какой ужасный сон. Но хорошо, что это был только сон. А ведь сколько миллионов людей, которые живут и окружают нас, которые находятся и переносят вот это ужасное в жизни своей наяву. То, что случается с ними, может быть, каждый день, жизнь, она полна неожиданностей. То, чего мы не ожидаем, то, что мы не ожидаем и не знаем, что принесет нам завтрашний день, последний день этого уходящего года. Наша жизнь, она полна безумства. Может быть, слово грубое такое. Она полна, то есть она лишена рассудительности. Часто, когда мы думаем, что мы сделаем доброе, оно выходит нам во зло. Знаете, когда человек умирает, то он не знает за свою жизнь, что он сделал больше, добра или зла. Когда человек умирает, он не знает, что было сделано больше, злого или доброго в его жизни. Мы сегодня все стремимся сделать только добро. Но мы всегда понимаем, что под сознанием нашим работает то, что я сделаю где-то неправильно. Я помыслил неправильно, я сказал неправильно, я поступил неправильно. Хорошо, когда мы услышим то слово: «Добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Знаете, о безрассудных действий своих многие люди страдают. Мне хотелось опять обратиться к Слову Божьему, Псалом 106, 17 и 18 стихи. Так говорит Слово Божие: «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти». Поэтому сколько различных заболеваний, сколько различных увечий встречали мы из-за того, что поступали безрассудно, что поступали нерассудительно, не рассуждая над тем действием, которое мы делали. Год прошел. Да, жизнь наша, она подобна как пар, как Иаков говорит. Жизнь наша, она подобна как сон, где, пробудившись, человек анализирует увиденное и удивляется себе. Вот точно так же, может быть, если мы сегодня проверим свою жизнь за прожитый год, оно будет как сон. Мы начнем проверять, анализировать то, что уже ушло, то, что не вернуть никогда, то, что осталось только в памяти и в книге, записанной у Бога, и удивляться. Удивляться, что, желая доброго на начале пути, на начале 2018 года, мы желали доброго много, но когда мы проверяем, мы понимаем, что так много было упущено, так много было не сделано. Поэтому жизнь наша, она действительно полна вот этого безрассудства в жизни нашей, когда мы, не рассуждая, поступали или делали те или иные вещи. Встает всегда этот вопрос в конце года: что такое жизнь наша? Знаете, перелистывая, если страницы жизни нашей, и посмотреть в прошлый год, и смотреть на Псалом 89, то мы найдем, что там сказал Моисей: дней лет наших 70 при большей крепости, 80 и лучшая пора их,
лучшая пора дней наших – труд и болезнь. И когда мы перелистываем страницы этого года, давайте посмотрим, чем он заканчивается, этот год. Что мы можем посмотреть на прошедших страницах, то, что прожито? Это дни труда. Знаете, кто-то, может быть, был очень занятый, занимался строительством, кто-то строил дом. Даже из наших братьев и сестер. Кто-то строил дом, кто-то прилагал усилия, уставал, может быть, мало спал, не доедал, потому что старался построить для того, чтобы вошла семья, чтобы дети были счастливы, чтобы дети были радостные. Уставал, трудился. Сегодня кто-то, братья, уже здесь никого нету, многих. Кто-то уже уехал, кто-то уже в труде, кто-то уже в дороге, кто-то поехал на стройку, потому что с завтрашнего дня надо с утра начать. Это дни нашей жизни. Это страницы, которые загружают нас тогда, когда мы находимся в труде. Псалмопевец говорит, и болезни. Знаете, иные вспоминают, может быть, свои немощи. И многие вспоминают, может быть, с возрастом, мы часто, чаще говорим об этом, о своих немощах, которые приходят или пришли к нам, которые неожиданно посетили нас. Знаете, кто-то, может, пришел в больницу для того, чтобы провериться, как-то за ним мог, чувствует себя плохо и ждет результата анализов своих, ждет, сидит и ждет, когда врач выйдет. А врач выходит и выносит ему такой вердикт, знаете, заключение, и говорит, извините, вам очень мало осталось жизни, у вас такой-то в стадии ваш рак и прочее, и прочее. То есть нас содрогает это, потому что мы не ожидали это. Это дни болезни, которые приходят. А сколько таких людей, которые совершенно не ждали, но когда погружаются в жизнь, в этой болезни, эти страницы листаются один за одним. И когда мы посмотрим, сколько дней было таких, когда нам приходилось страдать, когда мы терпели боль, когда мы переживали о том, выкарабкаюсь ли я из этой болезни, смогу ли я подняться снова и быть на нормальном, как и прочие. Знаете, наша жизнь – это дни траура, о которых нам никогда не хочется говорить. Знаете, как неожиданно многие стояли у гроба своих родных, близких, любимых. Год прошел, но это было. И когда мы вспоминаем, подкатывает ком к нам. Хочется вспомнить и посмотреть, а что было упущено? Ведь уже ничего не вернуть. В прошлое воскресенье мы с Валей посетили наших спонсоров, были в Белвилле на похоронах. В воскресенье были похороны у них. Ушел в вечность молодой человек, 23 года. Это сын наших, внук наших спонсоров, или сын, или внук наших спонсоров. 23 года молодой человек. Поехал во Флориду. Там работал он с трудно воспитуемыми детьми, те, которые не поддавались воспитанию, не поддавались. То есть они были трудные дети, с которыми нужно было заниматься. И он посвятил себя, потому что это как кемп, как буткемп, я даже не знаю, как это назвать, ту информацию, которую мы слышали. И он трудился там для того, чтобы можно было этих детей чему-то научить. Как-то научить их жить по-другому, чтобы они могли понимать по-другому мир, сказать им о Боге. И свидетельствовали эти дети, которые были на видео, и они говорили со слезами об этом человеке, который ушел в вечность в случае автомобильной катастрофы. Авария произошла, и человек разбился насмерть. Он занимался таким делом. Я удивился, что я думал, что весь Белвилл собрался. Там больше 500 человек было в церкви, там негде было даже встать. Пришли для того, чтобы похоронить. Но этот человек, ему 23 года, а он уже ушел в вечность, занимаясь делом Божьим. Конечно, мы можем остановиться на этой плачевной или, может, печальной ноте, но знаете, в жизни нашей есть и дни, и страницы счастья. Счастье тогда, когда смотришь, кто-то женился, кто-то вышел замуж. Знаете, у кого-то радость, и дедушка, и бабушка, они радуются всегда, когда видят родившегося ребенка, внука родился. Это счастье, это то, что радует нас, это те страницы жизни, которые мы с удовольствием желаем пролистать. Знаете, может быть, кто-то закончил
на отлично диплом получил в школе, кто-то закончил колледж, у кого-то хорошая профессия, специальность, у него достаток в семье, все есть. Это счастливые страницы нашей жизни. Мы можем полистать и посмотреть, сколько их было за прожитый год. Знаете, но есть и печальные, тогда, когда мы смотрим, листаем, есть страницы, страницы бесплодные. Когда нам предложили какой-то труд в церкви, а мы отказались. Когда Господь побуждал какому-то делу в церкви, а мы не проявили ничего. Когда была возможность, как тот молодой человек сказал, даже колонки загрузить, помочь, то есть поднять, плечо подставить свое, а я не сделал. Может, потому что у меня такой характер, а может, потому что мне неохота была. Господь говорит, лукавый или ленивый раб? Знаете, нам эти страницы, мы спешим перелистнуть их так, чтобы кто-то другой не заметил. Не то, что самим прочитать, посмотреть и вернуться, а чтобы даже другой не заметил, что произошло. А может быть, правда, не заметили, что я здесь не подставил плечо, когда в церкви производился труд, когда я просто не пришел, потому что мне просто неохота было. Здесь в жизни нашей страницы для славы Господа. Это дни, когда сердце наше благодарно, когда окружающие люди видят, что человек посвященный в деле, какой бы ему ни поручили, какой бы он ни взялся, он делает это с желанием, он делает это для славы Господа. Этот год прошел, кто-то в этом году заключил завет, дал обещание служить Господу доброй и чистой совестью. Кто-то потрудился внутри церкви, внаружи церкви, сделая какой-то труд. Это дни нашей жизни, которые были сделаны для славы Божьей. Сколько их было? Сколько таких дней в жизни нашей? Знаете, мы перелистываем дни ушедшего года, порой как свой фотоальбом, когда мы листаем, где так много, знаете, фотографий, которые врезаются в нашу память, проявляя в нас, снова возбуждая в нас то, что мы сделали или не сделали, или сделали правильно, или не сделали ничего, или сделали неправильно. Как альбом, знаете, мы можем смотреть на фотографии, и мы можем вспомнить, когда это было. Радует нас этот момент или печалит. Что уносит с собой, братья и сестры, вот этот 2018 год? Мы еще завтра вечером, кто придет, будем говорить об этом, о времени. Наша жизнь, она как школа, с жизненными уроками. И что интересно, как мы усваиваем вот эти уроки жизни своей, которые прожили, когда мы перелистаем эти страницы. Знаете, в этом есть какое-то, может быть, и радость, и счастье, что еще есть время, если Господь продлит, что мы можем что-то исправить. Впереди что-то исправить. Это желание наше. Даст ли нам Господь время, это другой вопрос. Но у нас есть еще возможность что-то изменить. Интересно, во Второзаконии Моисей говорит народу израильскому. Второзаконие, 8 глава. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь». Так говорит Господь. Которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирять тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной. И мы читаем то, что говорится. Господь испытывает нас,
чтобы проверить сердце мое и твое, что в нем есть. В этом году кто-то из детства, из наших деток, они перешли в класс юности. А юноши и девушки, или девицы, они перешли в класс зрелости. А зрелые люди покрылись сединою. Что уносит в этом году год в твоей жизни? Если мы не знаем, что мы за жизнь делаем больше доброго или злого, мы как-то можем проанализировать короткий путь и посмотреть, а что было сделано мною, хорошего или плохого, что больше? Где я нахожусь? Пусть Господь благословит нас. У нас есть время, у нас еще продлены дни жизни нашей. И дал бы нам Господь делать выводы из того, что было сделано нами уже. И чтобы имя Его было прославлено в нашей жизни каждый день, каждую страницу будущего года. Аминь. Аминь. Помолимся.